Владимир Андрусенко пишет, что по поводу саморазвития он хотел бы поговорить о поиске соринок. Это неблагодарное дело, неправильное, но, Владимир, я не знаю, что вы имеете в виду. Под поиском соринок вы уж раскроете эту тему. Где и у кого я искал соринки, обычно на мелочи я не размениваюсь. Вот. Но если вдруг что-то такое сказал, вы уж там почетче. А саморазвитие, ну, я этим занимаюсь постоянно, если вас интересует мой опыт в этой области, ну, пожалуйста, задавайте тему, как я язык учил, с удовольствием расскажу. Уже рассказывал в 3 колледжах. Книжку «Как писать» тоже могу рассказать, но вы задавайте вопрос конкретный. Потому что это уж, ну, очень неконкретно, то, что вы написали, саморазвитие и поиск соринок, не знаю, что вам сказать. Я отвечаю на вопросы. Цель этих роликов – помочь людям сориентироваться, получить еще одно мнение, как вот тут в Америке говорят, second opinion. Второе мнение, еще одно мнение. Ну, причем я об этом постоянно говорю, я не считаю свое мнение окончательным, точным, несомненным. Вот, еще одним. И призываю людей не верить одному человеку, а сравнивать, вести работу вот эту интеллектуальную, пытаться понять, что в каждый момент пытается тот или иной человек засунуть вам в голову, какую информацию, какую пропаганду, какую ложь, какую правду. Так что конкретный вопрос задаете, получаете конкретный ответ.